Скажите, а что за груз я должен сопровождать, если не секрет, конечно? Тигры. Ах, тигры. Название фирмы. Какой фирмы? Пара львов, 10 тигров. Как львов? Вы что, это серьезно? А что вас смущает? Работал тихо, мирно в турецком буфете. Самое максимальное зверство, с каким имел дело. Резал любительскую колбасу. И вдруг нате. Львы. Тигры. Ты знаешь, что тебя приказано утопить? Что же мне с тобой делать, приятель?